Всем привет! Сегодня отправляемся в МАК на выставку. Этот небольшой, но очень уютный выставочный центр находится в центре города Белфаст. И сегодня здесь проходит выставка, кстати, очень необычная выставка Рона Мьюек, который живет и создает свои работы в Лондоне, но вообще он родом из Австралии, его родители из Германии. Эта выставка поражает, а подчас шокирует своей откровенностью, реалистичностью, я бы даже сказала, гиперреалистичностью. На выставке представлены моменты человеческой жизни без прикрас. Эта скульптура называется «Молодость». На ней изображен молодой человек, которого, похоже, пронули ножичком. Рана изображена настолько реально, что, глядя на нее, я сама чувствовала боль. Ну а эта работа «Мертвый отец». Сначала ощущаешь неприятие и даже, я бы сказала, шок, но потом, задумавшись, понимаешь, а как еще может выглядеть неприкрытое, безжизненное человеческое тело? Еще одна любопытная работа и тоже очень интимная, называется «Мать и дитя». После 9 месяцев вынашивания и, возможно, непростых родов, мать увидела свое дитя. Автор запечатлел интересный момент – самый первый взгляд матери на малыша. Эта скульптура называется «Темное место». На ней изображена большая голова и больше ничего. Обратите внимание на этот взгляд. Что вы в нем видите? А это, пожалуй, одна из моих любимых работ этого художника. Гигантская голова, рука и этот взгляд. О чем она думает? Мне видится в ее взгляде беспокойство. Остальные части тела спрятаны под одеялом. Но что там под одеялом, не знает никто, кроме самого автора. Кстати, одеяло настоящее, из магазина IKEA. Женщина с хворостом. Не знаю, как вам, а мне при взгляде на эту скульптуру становится очень тяжело. По открытым взгляду, изгибам ее тела, понимаешь, насколько тяжела эта ноша. Еще немного о нелегкой женской судьбе. Называется «Женщина из магазина». За пазухой малыш и в руках сумки. А какой уставший взгляд. Возможно, бессонные ночи. А здесь мы видим самого скульптора Рон Мьюек в работе. Я полагаю, что эта выставка может оставить совершенно различные впечатления. Но чем она мне особенно понравилась, это именно своей ничем не прикрытой правдой. Подчас может быть гротескной, но мое личное ощущение, что я увидела человеческую жизнь, скажем так, без подарочной упаковки. Нашим детям здесь тоже было интересно, а в конце у них появилась замечательная возможность создать свои собственные скульптурки и забрать их домой.